уважаемые мамы и бабушки, поздравляю вас с наступающим женским днем. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы ваши дети росли здоровыми, красивыми и умными. Вот опять наступила весна, снова праздник она принесла. Праздник радостный, светлый и нежный, праздник всех дорогих наших женщин. На вашем прекрасном празднике. Я Карлсон, самый веселый на свете, самый красивый, самый умный и в меру упитанный мужчина в самом рассвете сил. Здравствуй, Карлсон, мы тебе очень рады. Я прилетел к вам на праздник. А угощения будут? Да. Будут. Да. Карлсон, какой ты непоседа, сладкоежка. Ты никогда не меняешься. Сегодня у нас праздник. Самый светлый, нежный, ласковый праздник. Ты отгадаешь, какой это праздник? Ну, раз много гостей, и все такие красивые, наверное, день рождения. Правильно, дети? И будет большой торт. И много-много-много свечек. Нет. Значит, будет много тортов и одна свечка. Нет. Не отгадал, да? Не отгадал? Какой праздник? Да, Карлсон, все, да, боже ты, непоседа. Мы с ребятами тебе очень рады. Правда, ребята? Да! А теперь мы тебе зададим вопрос, ты должен ответить. Ну, давай. Почему солнце ярко светит? Потому что Карлсон лучше всех на свете. Почему птицы распевают? Потому что Карлсона всех гости приглашают. Почему дети веселятся? Потому что Карлсона дети не боятся. Вы меня боитесь? Нет. А, вот почему. Вот, Карлсон, спасибо, ты к нам пришел. Садись, отдохни. Наши дети приготовили стихи. Ой, с удовольствием посижу. Марти, есть такой денек, с цифрой словно кренделек. Праздник радостный, светлый и нежный. Праздник всех дорогих наших женщин. Стихотворение Балнор Санжар Каусар. Балнур, начинай. Наурыздың сегізі,
Слово-то негде. Эти мысли с балладны, а на лайка негде. Чиненский балладны, батурар меданалар, хутухтамын мерекевен, хурметаналар. Анам болса қасымда басқа бақыт не керек. Анасының жүрегі мерімді ғой керемет. Той пердесін ашайып, тойға шашу шашайып, аналарды құрметтеп, ән шашуды шашайып. Песня «Ақ мамам» Сталин. Жанна, 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 ж
Артем, Медина. Миша, а я подходила. Наш детский садик поздравляет всех мам. На всей планете спасибо мамам говорят взрослые и дети. Артем? До чего красивые мамы в этот солнечный денек. Пусть они гордятся нами. Мама, здесь я твой сынок. Ой, молодец. Так, Медина. Тут и я, твоя дочуга. Посмотри, как подросла. А еще недавно... Кошка маленькая была. Молодец. А я... Мы для вас родных любим. Ведь лучшую свою пожелание счастливых подаряем детским днем. Нравится ваша мама. Она называется «Собери цветочек». Сейчас мы разложим лепесточки. Посмотрите, какие красивые лепесточки. Не-не-не-не.
Кстати, дядь, я позову вас на игру. Сейчас разложу лепесточки, а вы... Я вам помогу. А вы будете собирать цветочек по одному цвету, по цвету. Голубенький, значит, все, кто берет голубенький, собирает голубенький. Не-не-не-не-не, еще нет. Сейчас мы разложим лепесточки. Ой, какие красивые лепесточки! Они слетели с цветочков. Надо собрать их все вместе по цветам. Будете собирать для мамочек цветочек? Да! Ну вот. Тихо. Я посчитаю, музыка заиграет, и мы начнем. Молодец. Солнышко ласково светит.
песни пою. Алиса Елизарова. Спела нашим бабушкам и тоже любим. Желаем. Желаем и даю я много-много лет. Алиса. Песенку. Песенку по бабушку мы споем сейчас. Самая любимая бабушка у нас. Thank you.
тебя начинать. На свете добрых слов живет немало, но всех добрее и нежнее лишь одно. Из двух слогов простое слово «мама», и нету мама. Ничего роднее, чем оно. Мама. Мамочка рядом. Мамочка рядом, и все прекрасно. И дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, моя мама, за то, что ты есть на свете. Садитесь. Сейчас наши девочки станцуют узбекский танец. Я тебя люблю. Я тебе.
Я тебе весеннюю. Я тебе весеннюю песню спою. Саша. Мама дорогая. Мама дорогая, милая моя, больше всех на свете я люблю тебя. Молодцы. Поклон. Поклон. А теперь наши мальчики станцуют казахский танец. Мальчики, выходите. Артем, выходи. До свидания, добрый час. Ждем еще на праздник вас. На этом наш праздник.